Военно-патриотический фестиваль «Историческая реконструкция событий гражданской войны 1918 года. Покровский рубеж» пройдет на территории Артемовского городского округа 17 июля 2016 года. События, которые будут реконструированы, развернулись на Артемовской земле почти 100 лет назад. Именно в первых числах сентября 1918 года на линии Реж-Покровская-Егоршина разворачивались сражения гражданской войны. В этом году для участия в фестивале заявились более 150 бойцов-реконструкторов из разных городов России. О том, что ждет артемовцев и гостей города на фестивале реконструкции «Покровский рубеж», рассказала глава Артемовского городского округа Ольга Кузнецова. Дорогие друзья, вы можете стать свидетелем реконструкции боя за село Покровское, попробовать блюда традиционной уральской кухни, приобрести изделия ремесленников или самим их изготовить под руководством мастера, наблюдать быт и обычаи того времени, на интерактивных площадках участвовать в действии, стрелять и петь песни, оказывать помощь раненым и пить чай с белым офицером, играть свадьбу в Малиновке и многое-многое другое. В период проведения мероприятия будут организованы более 20 интерактивных площадок, военно-полевой лагерь, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, стилизованные фотосессии, работа ремесленных мастерских. Замечательные тематические концерты поднимут настроение зрителей, а завершит фестиваль демонстрация художественных фильмов о гражданской войне. В фестивале участвуют 150 представителей военно-исторических клубов из Самары, Уфы, Новосибирска, Перми, 20 творческих коллективов. Фестиваль «Реконструкция. Покровский рубеж» будет проходить на территории поселка Кислянка, 2 километра до города Артемовский со стороны города Реж, с 11 часов местного времени до 23 часов. Я с удовольствием приглашаю всех принять участие в этом грандиозном мероприятии. Уверена, что вы получите множество положительных эмоций и зарядитесь позитивом. До встречи, уважаемые друзья, на Покровском рубеже. Фестиваль «Реконструкция. Покровский рубеж» – это зрелищное мероприятие, которое стало для нашего округа традиционным и любимым как самими артемовцами, так и многочисленными гостями. Организаторы планируют открыть транспортное сообщение и доставку к месту проведения фестиваля жителей из других районов города. Кроме того, для приезжающих гостей на личном транспорте будет подготовлена автостоянка. На данный момент оргкомитет фестиваля утвердил график движения автобусов «Покровский рубеж». Маршрут отправляется от остановки «Театральная» в 9:30. 10:30 и 11:30 и следует через остановки «Лесная», «Молодежная», «Рынок», «Узел связи», «Спортивная» и далее до Большого Трифонова. Обратно этим маршрутом можно уехать в 16, 17 и 18 часов. Также до места проведения мероприятия можно доехать на автобусе, следующем с вокзала. Время отправления 9:30, 10:30, 11:30 и 12:30. Обратно до вокзала рейсы следуют каждый час с 15 часов 30 минут до 18:30. Кроме того, к месту проведения исторической реконструкции можно добраться и с остановки улица Ленина. Время отправления 9 часов 30 минут. Последний рейс по маршруту Большое Трифоново-Театральное проследует в 22 часа. Стоимость проезда от 20 до 30 рублей.